За моей спиной находится торговый зал Московской фондовой биржи, где расположены торговые терминалы участников торгов, на которых непосредственно и происходит торговля. Биржевая торговля держится на трех китах. Первый кит – это расчетная система, второй – депозитарная, и третий – непосредственно торговая система. Расчетная система биржи представляет собой ряд расчетных банков с центральным расчетным банком, непосредственно в которых находятся счета участников торгов и их клиентов. Депозитарная система дублирует расчетную, но в плане ценных бумаг. Опять же, в ней находятся ценные бумаги клиентов и участников торгов. Перед торгами из расчетной системы и депозитарной системы в торговую систему поступают данные о наличии ценных бумаг и денежных средств участников торгов и их клиентов, заводятся непосредственно на торговые счета в торговой системе и начинается торговля. Исходя из своих собственных лимитов, средств, которые содержатся на счетах, участники торгов выставляют заявки от своего имени и от имени своих клиентов. При выставлении заявок в систему приоритет имеют заявки клиентов, и в первую очередь именно они исполняются участником торгов. Только после исполнения заявок клиентов участник торгов приступает к выполнению собственных заявок. Заявки выстраиваются в очередь. Соответственно, в момент схождения цены покупки, цены продажи заключается сделка. Все это фиксируется на терминалах участников торгов. По каждому клиенту ведется баланс покупки и продажи. Соответственно, участник торгов имеет возможность следить за тем, насколько эффективно он работает с тем или иным клиентом. По окончании торгов происходит расчет обязательств по итогам торговой сессии. И ценные бумаги и деньги в соответствии со сделками, заключенными в течение торгового дня, отправляются в расчетную систему и в депозитарий. Таким образом, непосредственно в течение торгового дня то, что наторговалось, поступает уже непосредственно на счета нового владельца, будь то клиент или участник торгов, и, соответственно, любой из них может распоряжаться этими средствами уже вечером торгового дня.